Добро пожаловать. Дорога в Ижевск была хорошая. Нам очень любопытно было увидеть ваш город. Мы общались с координаторами через Facebook и email и очень хотели увидеть всех вас, посмотреть вашу культуру и историю. У нас сегодня очень важное событие. У нас сегодня выборы президента страны. Достаточно демократические выборы, поэтому ждем итогов голосования. Мы долго думали, как можно променять на, ну, скажем, свою гражданскую позицию и выборы президента все-таки. Интеграция на самом деле дороже. Together? Yeah. Every 24 hours? Come on, everyone. Ну вот наша маленькая экскурсия начинается, и мы выезжаем с вами на центральную улицу города Ижевска, на улицу Пушкинскую. Перед тем, как выпало выбор, я прочитала обо всех городах, и мне было интересно именно вот Республика Удмуртия увидеть население и язык, так как относится к финским языкам. Я принимаю участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мне понравилась еда, песни, это чудесно. Самый простой, самый легкий. А девчонкам поиграть? Назад тут, я беру лайк. Указательным пальцем. Я не знал об этом месте ничего. Здесь прекрасные люди, очень гостеприимные. Я наслаждаюсь временем, которое здесь провожу. А бабушки просто замечательные. 3, 4. Почти у нас здесь концерт. Всегда встречаемся с разными людьми. Встречаемся. Молодежь сегодня приехали. Нас встречаться приехали они, чтобы друг другу узнали. Это фестиваль, наверное, да? Да, молодежь. Вот, вот. Помните, в 80-м году был молодежный фестиваль? Окей, okay, everyone, please help yourself with names again. Two pastries and one tea for each. Я забыл, как это называется, но это традиционная удмуртская еда. Очень хороший вкус, но я не знаю, как это описать. У нас такого в Бразилии нет. Это вкусно. Это парпеча. Бабушки, когда родились, их мамы носили их вот таким образом. Вот таким образом. За спиной. How the mothers of our grannies used to carry them. What's his name? Иван. Иван? Иван. We don't have like this, but we have like kind of
thinking that you wrap the baby. У нас подобного нет, но у нас есть такая вещь, которой мы приматываем ребенка к маме, пока ему не исполнился год. Сейчас это уже уходит из быта, и современные мамы предпочитают детские коляски. Это очень интересно увидеть нечто подобное той вещи, которая у меня в руках. Something like that. Буранова, мы здесь, чтобы увидеть известные бабушки из Удмуртии. И я вижу, что они такие молодцы, такие талантливые и гостеприимные тоже. Они добрые, честно. И здесь я не чувствую, что я не странный вообще. И мне здесь хорошо. Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля, мои поля, где леса, мои леса. Ты мне, ветер, помоги, милой весточку шепни. Здравствуй, Гама! Welcome the international students from all over participating in this great festival. And today, of course, is a special day for us to welcome you here again after a long time. Сегодня я в первый раз на даче Башенина. Я безумно рада этому, потому что я на самом деле летом собиралась собрать свой рюкзачок маленький и поехать в Сарапул, чтобы посетить именно эту дачу Башенина. Мне много про нее рассказывали, и я безумно рада. Это коллекция уличных фонарей, подсвечники, керосиновые лампы. So you see different collections like street lights, for example. Наконец-то город Чайковский, дом Чайковского. Дом семьи Чайковского. Самый известный композитор в мире. She is the daughter from the first marriage of Fyodor's father. Я хотела посмотреть, где жил самый известный композитор России Пётр Ильевич Чайковский. Для меня это очень большое значение, вот здесь сейчас находиться, это как, можно сказать, для меня это ритуал целый. Республики Удмуртия самый душевный народ, который я когда-нибудь видел. Бесподобный народ, бесподобные песни, очень такой зажигающий. Когда сегодня я видела в музее, что были наши иностранные гости там, и какие были у них глаза, мне было, я вроде там уже была несколько раз, но у меня даже слезы навернулись от того счастья и гордости, что мы это им показываем. Мы ходим вот на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Thank you.
Поехали в Ижевск! Заводу уже 52 года, и за это время мы выпустили уже почти 5 миллионов автомобилей. I am surprised that the car is more than 50 years. Я удивлен, что этому автомобилю более 50 лет. Я посмотрел модель, материалы и хочу сказать, что это современный модный автомобиль. Если его сейчас вывести на рынок, он будет продаваться. Мне нравится дизайн, формы. Это потрясающий автомобиль. Это самая легкоавтомойственная трехлинейка, с которой наша армия прошла всю войну. Все почему-то думают, что наша армия во время войны двигалась автоматами. А вот и нет. Основным оружием Красной армии были винтовки. У вас Калашников, главный конструктор международным именем. И это очень важно, что вот я выбрал именно вот этот город, чтобы посетить, увидеть музей, увидеть вот заводы, которые работают. И что интересно, что очень гостеприимные люди. И вот все интересно. Интересно и все отлично организовано. Слова. А, понимаю, но тау. Это спасибо по-сербски, это хвала. И добро пожаловать по-сербски. Добро дошли по-удмуртски. Один момент. Чаш буреч. Thank you.